пункты управления для сопровождения космических спутников и будущих пилотируемых космических аппаратов. Полигон для испытания советского лунохода. Все это создается в Крыму с середины 20 века. Полуостров регулярно посещает ведущий советский конструктор Сергей Павлович Королев, а затем и первый из землян, побывавший в космосе, Юрий Гагарин. Спустя десятилетия космос возвращается в Крым, а точнее память о нем. Торжественная музыка и аплодисменты. Аллея космонавтики открыта. Крым встречает новый 2021 год на очень большом подъеме. В республике реализуются сотни проектов, которые меняют нашу республику, меняют жизнь крымчан в лучшую сторону. Аллею космонавтики создали по инициативе Ассоциации содействия развитию аэрокосмической отрасли «Спутник» при поддержке Министерства обороны России и госкорпорации «Роскосмос». Отдавая дань нашим организациям, предприятиям, поселкам, в которых размещались, так сказать, космические объекты, мы хотели вот сделать так, чтобы это напоминало нашим жителям, особенно молодым людям, о том, что, так сказать, отцы, дети, деды ихние, так сказать, осуществляли и делали на благо нашей, говорится, Родины. Проект задуман как напоминание молодежи о космическом былом Крыма. Космос в Крыму развивался параллельно с развитием всего космоса Советского Союза. Я думаю, в дальнейшем Крым можно будет назвать столицей начала развития космоса. Жители, гости Крыма и активисты уже успели оценить новую достопримечательность и не скрывают своего восторга. И очень знаменательно, что именно вот в этот день эта аллея открылась с таким размахом. В Крыму очень патриотичны, что люди, что дети. Эта точка очень значима для Крыма и для России. На территории аллеи уложена тротуарная плитка, высажены канадские ели, установлены новые скамейки. Несколько лет назад здесь были установлены бюсты Сергея Королева и Юрия Гагарина. А завершающим элементом в композиции сквера стали космические антенны. Они отработали ресурсы, были переданы в дар Симферополю Министерством обороны России. Антенны «Кедр» и «Дельта» ранее входили в состав комплекса получения информации о состоянии космических аппаратов. Кроме этого, они обеспечивали полет искусственного спутника с Земли, облет и высадку на Луну в период с 1967 по 1975 годы. А перед использованием в качестве музейных экспонатов антенны отреставрировали. Небольшой сквер перед зданием кинотеатра «Космос» станет еще одной зоной притяжения горожан. Это только первый этап создания проекта. В будущем сюда планируют добавить и другие космические экспонаты. Линуза Борсиитова и Виталий Голубев, телеканал «Милет».